папке «Счастье» от Шакро молодого следователя вскрыли криминальную схему, по которой рэкетиры вымогали деньги у предпринимателей. Ключевую роль играл глава службы безопасности Шакро молодого Батыр Бекмурадов по кличке Бек. На первую встречу с будущими жертвами уроженец Туркменистана приезжал один. Он создавал таким образом у бизнесменов ощущение ложной безопасности. После встреч, на которых не звучало ни одной угрозы, Бекмурадов оставлял предпринимателям папки, в которых находилось полное досье на всех членов семьи коммерсантов. После такого явного намека большинство жертв соглашались платить преступникам деньги. С теми, кто отказывался от криминальной крыши, приходили разговаривать уже крепкие молодые парни. Задержание Бекмурадова прошло 24 августа. На допросе он выглядел подавленным и был немногословен. То есть за что задержано, вы не понимаете, да? Предъявленное обвинение в вымогательстве. А оно было? Не было. А поточнее? Поточнее, не было никакого вымогательства. Я не занимаюсь этим. Напомню, сам Захарий Калашов, таково настоящее имя вор в законе Шакро Молодого, арестован был 12 июля после стрельбы в ресторане на Рочдельской улице. Ему предъявили обвинение в вымогательстве и организации преступного сообщества.